Находимся на берегу бескрайнего Енисея, в середине, примерно ниже Туруханска и, стало быть, ниже Игарки. И впереди, там дальше, на север, туда, там Дудинка. Часов вечера, даже больше, полдвенадцатого. Отстегни мой рюкзак, дай мне, пожалуйста. Я его там вон пристегнул. Самая северная ГЭС в России. Вот, Снежногорская ГЭС. И сейчас, вы не поверите, сейчас здесь час ночи, час сорок, два часа ночи. Находимся на Хантайском водохранилище, по которому чешем на лодке примерно скоростью 32 км в час. И вот мы подходим к реке Кукрамакан, которая ведет дальше, собственно говоря, заповедник Плата Патараны. Ну, такие уже видны отчетливые очертания мезоструктур вот этих патаранских. Прекрасная погода. Вообще эта неделя обещает быть теплой. Водопад, большой Аркендинский водопад. Hayda barzam, sin menin shuramda, dar
с ужасом, блин. С откидным мостиком на корме. Вот, ширина 4 метра. Вот. Зовут эту даму Амнундакта. Это дочка бога Хантая. Камудак? Амнундакта. Амнун. Есть египетская богиня Амнун. После второй рюмки ты будешь произносить это без заикания. Скоростью 7 километров в час на китайском двигателе, примерно 15 лошадиных сил. Это великий заход, так называемые штаны. Вот эта скала, и она раздваивает Хантайское озеро на два рукава. Мы пришли к водопаду на плато Путараны, на верховьях озера Куркамакан. Еще один водопад, чуть ниже по течению, Канлата Путараны. А мы, как нам только сказали, молодцы. Там внизу можно видеть наш лагерь на той стороне реки Куркамакан. А в баню мы ходили, вот такой хутор, не хутор. Говоря, жил какой-то профессор, который пытался тут выращивать какие-то растения особым образом. Вот там далеко, в начале залива, база, говорят, Газпрома. Вот. Ну, в общем, тут есть еще где развернуться и что, куда поставить.
Ну вот, подобрались до верха этой горы. Начался небольшой дождь. Ну, вот такая здесь красота. Ну вот еще одна рыба, это уже пятая, примерно за минут 10 плата по тарану. Сегодня 8 августа 2023 года. Обратно, на обратном пути с Хантайского озера мы заехали в деревню. Сегодня 10 августа 2023 года. И вот деревня, где живет около 100 человек. И тут такой тотем в центре деревни. И всякие вот важные изречения. Например, жизнь прожить, ни один горный перевал перевалить. Деревня тут такая, чем они занимаются, даже непонятно. Каким-то рыбным промыслом. Ну вот Почта России, например. Да, на почте ищет такой мощный замок. Вот и время работы. Выходной, выходной. Четыре дня в неделю выходной. И три дня в неделю она с 12 до 14. Мы пришли в местный музей.